Здесь не просто можно посмотреть на эту продукцию, но ее можно продегустировать для того, чтобы определиться с выбором, какую продукцию в дальнейшем покупать в магазинах наших тюменских, так сказать, с точки зрения уже каких-то предпочтений вкусовых, качественных каждого гражданина. Все продукции, которые будут выложены, можно будет попробовать. Например, то есть там рыба. А вот возле каждой отрасли будет установлен дегустационный столик. То есть дегустационный столик будет поставлен и в секторе рыбной отрасли, и там можно будет попробовать рыбную продукцию. Дегустационный столик будет поставлен в молочной отрасли, и там можно будет попробовать молочную продукцию. Дегустационный столик будет поставлен в мясной отрасли, и так по всем отраслям птицеводы свою продукцию будут представлять на дегустацию.